На прошлой неделе в Магадане состоялась непредвиденная встреча двух магаданцев с косолапым. Это произошло в районе Солнечного. Медведь практически сразу напал на одного из парней. Второй же попросту убежал. Мужчина получил травмы. Ему удалось спастись благодаря доске, которая лежала рядом. Он ударил ей медведя по голове, и зверь перестал его грызть и убежал. Медведи маленькие, молодые. Скорее всего, они сами в берлогу не залягут. Медведицы с ними нет, поэтому будем смотреть по ситуации, что мы будем предпринимать. На данный момент мы пробовали, подходили к ним, вернее, это было в среду, петардами я сам лично их отгонял, то есть они ушли, но получилось, что вернулись обратно, то есть петарды на них не действуют. Дальнейшие наши действия, еще раз повторюсь, будут по ситуации. Несмотря на то, что разыскиваемые медведи молодые, им нет еще и года, но уже весят они около 80 килограмм. Удар лапы такого медведя может привести к серьезным трагическим последствиям для человека. По мнению инспекторов, эти медведи в спячку уже не залягут, так как они являются молодыми особями и берлоги строить еще не умеют. А ту берлогу, в которой они родились, они ее попросту не найдут. Их выход к людям тоже вполне объясним. Сейчас для них кормовая база – это только шишки, а охотиться в силу своего возраста они не умеют. Поэтому они идут к людям в поисках пищи туда, где для них не родивые граждане подготовили бесплатную трапезу – помоечный пир. Единственная просьба для жителей нашего города – воздержаться от прогулок в данной местности. Это у нас получается где-то примерно от Снегорки до поворота на Андреевский карьер. То есть здесь, тем более в сумерках, в темное время суток, чтобы здесь люди не находились. Потому что медведь – зверь непредсказуемый, соответственно, понять его поведение невозможно. То есть он может подойти и поластиться, а может и кинуться. И также просьба наших зоозащитников не подкармливать зверей и объяснять это, опять же, в прессе, насколько можно. То есть никаких подкормок не должно быть, ни в коем случае. Потому что люди сами провоцируют нападение дикого зверя. А если говорить о защите от дикого зверя с ним при встрече, то гарантированного способа нет. 100% способ – это не ходить в лес и сидеть дома. Другие же современные способы – свистки, крики, дезодоранты, огонь, танцы с бубнами и подобное. С эффективностью защиты 50 на 50. Может повести, он испугается и убежит. Но ровно настолько же может и не повести.